Всем доброе утро. У нас солнышко на улице сейчас светит, но буквально полчаса назад у нас шел снег. Вообще мы уже переобулись, мне кажется, уже многие на самом деле переобулись, я имею в виду колеса машины, да, и сегодня пошел снег, хотя по прогнозу Лики вчера стоял снег, но я не верила. Сегодня утром мы проснулись, это даже не то, что снег, метель. Но очень хорошо, что он закончился. Я надеюсь, что это так, знаете, попугал нас снег. И больше до зимы его не будет. Да, Максимчика? Максу сейчас идем давать травку. Максим, пойдем травку выпьем, котенок мой. Травушку выпьем, да? Ой, 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 ой. Ты тоже нас решил напугать, Макс? Да? Сейчас собираемся, я помыла голову, волосы сейчас буду сушить феном и будем собираться за Миланкой. Миланка уже нам звонила несколько раз, мы с ней созванивались, они уже там с бабушкой слаймы купили, Миланкины любимые. И Милана их смешала, там было несколько слаймов, по-моему, 8 цветов. Милана все смешала, в общем, цвет получился, знаете, такой не очень красивый, цвет детской неожиданности. Так, ладно, я иду сушить волосы, Макс, и идем с тобой пить траву. Договорились? Смотрите, какое тут небо голубое. А сюда смотришь, а тут все затянуто. Сегодня погода вообще меняется. Нам сейчас выслали видео в каком-то районе. Ну, Ломоносовский, да, за Петергофом. Снег вообще, метет, вообще там, идет. Вообще, ну, прям зима. Лишь деревья, не то, что снегу. Там... как бы он растаял, да, идет и тает моментально. Нет, он лежит на деревьях. В общем, конечно, погода в Санкт-Петербурге, в разных районах своя погода. Где-то плюс один, где-то плюс шесть, плюс семь. Я надеюсь, что мы не попадем в метель, в снег. Сейчас едем за Миланой. Я надеюсь, что снега не будет. Центр города все солнечно. Ну, у них тоже, вот туда мы едем, вот у них на границе. Куда он дует ветер? Или поздувает эти точки, либо наоборот сейчас надует. То есть вот туда дует? Туда, да. Это тебе так кажется, мы же едем. Тебе кажется, что они двигаются в ту сторону. А бывает, знаешь, как самолет летит, и ты вместе едешь. Тебе кажется, что он вообще на месте стоит. Ну это да. Ждем, когда Миланка оденется. Приехали сейчас в магазин. Мне нужно купить яйца. Для Пасхи будем красить яйца. Давай, Милаш. Хочу взять фруктов, киви хочу купить. Ой, солнышко вылезло, прям так хорошо потеплело. Так, маски надеваю. Кстати, вот эта маска такая классная вообще, мне так нравится. Она очень удобная вообще. Прелесть. Зашли сейчас в магазин. С Ликой хотим посмотреть формы для... Ой, форму. Ну, посуду для Пасхи, да? Мама. Что-нибудь с зайчиками. Да, это формочки, Милаш, для кексиков, для выпечки. Не надо? Нет, нам не надо. У нас есть, Милаш. Пойдем. Да, мы хотим какие-то такие, знаешь, красивые формы. Зайчиками. Милаш, куда ты? Давай. Слушайте, на сегодня так холодно, Лика даже сегодня в пуховике, представляете? Я его уже постирала, думала, уже все, даже убрала его. Смотрите, какая эта кружка белая кошка. А у нас еще снег выпало. Апрель месяц, конец, представляете? Бывает же такое. Вот смотри, я вижу для зубочистки. Давай возьмем. Зайчиками. Лики, лишь бы зайчики. Давай возьмем. Ну зачем оно? Ну у нас всегда зубочистки спрятаны, будут стоять на красивом месте. Я зубочистками не пользуюсь. Папа у нас пользуется. Ну только папа, его надо в стоматолога отправить. К стоматологу. Мне так нравится вот эта формочка, смотрите, горшочек для меда, медвежанок. Кстати, папа. Ну и чё, например, как мне его хранить? Ну да, я в основном беру. Тогда всегда так тупо показывают, если я возьму, и чё? Маслянка. Слышно, ну, да. Лика хочет вот эту штуку брать, надо. Смотрите,
такая бабочка. Для салфеток, да? Да, вот сюда ходит, салфетка, так выкладывает, она держит. Мы не будем это брать, да? Отнеси на место, малыш. Аккуратно только. Ну и ничего. Особо тут нет. Ой, смотри, какая тарелка, кошечка. Че, и ничего особо нет с зайчиками, да? Да. Для Пасхи. Лик, это надо было через интернет. Это через интернет-магазин надо было. Ой, Милаш, не надо трогать. Не надо? Нет, трогать не надо. Ух ты, правда, смотри, какая Милана красивая ваза. Очень да? красиво, да. Да. Их сразу видно. Дорого-богато. Смотри, есть вот такое, зайка, есть вот такое, но мне не нравится ни один. Так, Милаш, не надо трогать статуэтки, только попадет. Ты же знаешь, у тебя всегда все падает. Мне тоже не нравится. Почему ничего не нравится? Ну, пойдемте в Фикспрайсе, может, фигурки, если ты хочешь какие-то статуэтки. Может, какие-то подсвечники будут, зайчик. Ну, подсвечники уже нет. Вот эти красивые. Я да? Ой. Смотри, он есть такой вот еще зайка. Лик, смотри, какой подсвечник. Красиво. Что сюда вставлять? Свечки. Какие? В смысле, какие? Ну, вот поменьше есть. Ой, мам, я нашла. Ой. Лик, смотри, поменьше подсвечник. Мамика... Я не понимаю, как подсвечку выставить. Мамика белого зайчика нашла. А что это, просто? Он не белый. А какой? Молочный, нарисован, да? Белый. А по факту? А по факту вообще такой. Нарисован вот такой. А что это делать? Просто, пылесборник. Лика, поищи. Посмотри, подсвечник поищи. Прикольный, да? Свечку вставляешь? Такой стильненький, да? Красиво, да, подсвечник? Ой, я нашла. Да. Мне не нравится. Ой, я нашла, мне не нравится. А что с зайками дома? Потому что к Пасхе нужно зайчиков. Зашли в Фикспресс, смотрите, появился новый сплат. Это киви, клубника, персиковое чудо. А как название ты видишь? Вот. Вот, Миланке возьму вот такую, наверное, пасту. Здесь 80 грамм. У Миланки как раз заканчивается уже. Смотри, детский появился, Лик. Класс? Единорожки, да? Да. Мы домой уже пришли. Сейчас будем делать смузи. Смотрите, у нас здесь клубника, манго. Очень много манго. Сельдерей добавим. И еще добавим авокадо. И... Хочешь яблоко твое? Нет, яблоко. Кислое. Очень вкусное яблоко буду есть. И добавим еще молока. Чуть-чуть сахара. Совсем, да, чуть-чуть. У нас тут порезанный сельдерей. Замороженный. Вот. Порезанный, да, замороженный. Еще добавь. Еще. Угу, все. Купили грибочки, яйца перепелиные. Девчонки тут что-то накупили себе. Всякое разное. Максик, сейчас будем с тобой лекарство пить. Так, сейчас я авокадо достану. Слушайте, манго вообще прекрасно здесь. Да. Вообще великолепно. Добавили еще авокадо, сахара. Купили вот такие салфеточки к Пасхе. Яйца, оказывается, не так легко сейчас найти. Именно, знаете, для покраски, да? А, белого цвета в основном везде коричневые. А чтобы покрасить, чтобы они такие красивые, яркие цвета были... У нас там белые есть, и если нижний. Брать второй сорт. Ну, мы взяли нулевые и взяли СВ яйца. Кстати, а где они? Лика их достала? Нет. Слушайте, ну это нереально вкусно получилось. Это лучше любого мороженого, самого лучшего мороженого. Это очень-очень-очень вкусно. Так, я сейчас, знаете, что еще делаю? Гренки, молоко, яйцо, немного соли. Буду делать с помидором. Вот помидор помыла. И сыр. К Пасхе готовимся. Ну, слоями 20 штук, размер 33. Единиц. Да.
А ты не переписывалась, интересно, выпускной? У вас будет или нет? Ну вот, где, в школе, где ты раньше училась. Не переписывалась. А я знаю, что у некоторых отменен. Ну, как бы, не, просто придут, вот нам, по крайней мере, даже и писали в комментариях, просто получат аттестаты и все. А там уже на свою ответственность кто куда идет. Вот Дана, допустим, мы узнавали. После 9 класса, да, вот туда она. Но я, до сих пор мы не поймем, она сама не знает, остается она или нет. У них тоже, получается, в школе как такового выпускного не будет. Тоже там вручение аттестатов. И они уезжают с классом, куда-то там едут с классом. Калининград. В общем, куда-то едут они. А как такового выпускного в школе, вот как у Лики в 9 классе, нет. Пишите в комментариях, интересно, как сейчас. В садике у нас такой, знаете, выпускной будет. Мы решили, что мы не пойдем на такой выпускной, потому что, получается, он закрытый, родители не пускают. А, то есть, получается, просто утренник. Там столько заморочек, а по сути просто утренник без родителей. Я у Миланы спросила, Милана говорит, ну, я не хочу. Ну, получается, дети будут вот учить стишки, вот станут друг другу, расскажут воспитателям, ну и все. Хотелось бы, вот как у Лики в садике был выпускной. А, все были, помню, на выпускном, родители, бабушки, да. Угу. А, вот. Все пришли, как-то мы потом и гулять пошли. В садике было чаепитие, какой-то утренник, конечно, помню, был. Родители присутствовали, родственники, ну, кто хочет, тот и присутствует. И потом еще мы пошли сами уже гулять в парк, пошли на качели, на аттракционы, в кафе куда-то пошли. В общем, такой в садике у Лики выпускной. У Миланы вот в данный момент вот как бы переписываемся, получается закрытый утренник будет. Ну и потом, кто хочет, идут уже просто сами, собираемся и куда-то там на батутах. Кто хочет, пойдут попрыгают. Миланка тут убирается. Делала браслетики, что ли, да, Милан? Нет, Милан, давай убирай куклу, все складывай, давай. Круто! Уже поздно, давай, надо мыться идти. Убирай по местам. Ой, ой. У Лики, помню, в 9 классе прям вот был очень интересный выпускной. Было вручение аттестата, мы все ходили в актовый зал, там я уже не помню где, в спортивном, в спортзале, по-моему, вручение было аттестата. А потом мы все пошли, как это было, вручение аттестата, потом мы сами пошли в кафе, последний звонок был, и после последнего звонка мы пошли в кафе. А потом вручение аттестата, и после вручения аттестата мы уже пошли в кафе, в ресторан с классом, собирались, там несколько классов было, вот, и отмечали они выпускной.